приехал сюда для того, чтоб начать здесь раскопки. В этом городе, где каждый первый любимый прощен, где все ищут себя и свободных мест на парковках, и повсюду разбросаны клочья старых знамен. Я приехал сюда потому, что здесь не было страшно. Я приехал сюда потому, что здесь было легко. Потому что смешной человек танцевал здесь на башне, и никто не держал на воротах тяжелых замков. Здесь был праздник, праздник для тех, кто снаружи, и тех, кто внутри. Люди в красном шли через ночь и несли фонари. Постой, мы с тобою раньше встречались. Почему ты не хочешь сказать то, что мог бы сказать? Почему ты тревожен и чем опечален? Почему не подходишь и не смотришь в глаза? Я прошу, постарайся узнать, я тоже был местным. Помнишь дом на холме с красной птицей? Так это был мой. Помнишь, как мы шагали всю ночь под старые песни? Я спою тебе, и если хочешь, ты тоже мне спой. И будет праздник, эй, надевай алый шелк, выходи во дворы. Люди в красном вновь зажигают свои фонари. Фонари! 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 Спасибо. Низковато немножко микрофон. Надо это самое открутить, да, чтобы поднять. Ну вот, пасхальная тема, пасхальные песни. И, конечно, хотел спеть Лазареву в субботу сегодня тоже. Пресс пасхальный, но, в общем, тоже туда же. Да, я сочинил эту песню таким образом. Я попал как-то в мастерскую скульптора Лазаря Гадаева. И там у него есть, всем, кстати, желаю попасть, это сейчас возможно, потому что там туда пускают, принимают, надо с Константином Гадаевым связаться. И, в общем, у него есть скульптура, называется «Воскрешение Лазаря». И фактически ты видишь человека в обычный человеческий рост, даже чуть меньше. И оно такое, как это совершенно не пафосное. Вот человек, который действительно сам еще не понимает, что именно с ним произошло, такой, в таком некотором наклоне, обмотанный в какие-то вот эти пелены, с острым носом,
и вот идет. И как-то меня это так впечатлило, что мне захотелось написать песню, в которой была бы какая-то документальность, да, вот это евангельское событие, но как будто бы в таком, в документальном фильме показанное. Вот. Ну вот получилась эта песня. Лазаря в среду не стало, четвертый день, как он мертвый. Его гроб закрыт, его тело смердит, в его доме слезы и стон. Но вот приходит учитель, просит открыть пещеру, и все слышали, как сказал он: Лазарю, выйдьте вон. И вот Лазарь выходит из гроба, завернутый в белые тряпки. Лазарь вдыхает воздух, смотрит перед собой. Люди стояли молча, люди смотрели молча. Что это, что это, что это? Был мертвый, а стал живой. Псы задирали морды, люди смотрели на небо. Оно было все таким же, все было как всегда. Кто-то пошел молиться, кто-то понес доносы. Только воскресший Лазарь пошел неизвестно куда. Спасибо большое. Сейчас совсем новая песня, называется «Зайдем в этот сад». Наверное, у многих из вас... Сейчас. Есть такое место, может быть, из вашего детства, может быть, из юности, в которой вы мысленно возвращаетесь, которая для вас дорого, дорого, как-то драгоценность такая внутренняя, может быть, это был какой-нибудь бабушкин дом в деревне или еще что-то. Ну, вот эта песня, это путешествие в такие места. Зайдем в этот сад, медленно, верчиво. Листья просвечивают, согревая наш взгляд. Я буду так рад здесь побыть этим вечером. Здесь нечего, но мы зайдем в этот сад. Шаг, еще шаг. Сделаем шаг. Войдем в этот дом, комнаты пахнут яблоками, чьи внуки с правнуками собираются в нем.
круглым столом. Кто сидит в старой кухоньке? Кто держит чашку в руке? Вспоминает о ком? Здесь не задаст нам никто, если хочешь, живи. Ты тоже здесь рос, в этом маленьком городе. В этом прекрасном саду мы с тобою свои. Слушайте, а спасибо большое. Как у вас звук в зале? Да, потому что здесь такой интерес, какое-то новое. Почему-то здесь раньше так не было. Другое, да? А, он просто появился. Просто его не было, да? Ощущение какого-то холла большого. Вот причем он здесь такое очень большого холода, такой гулкости. Может, потише просто сделать? Так, ну вот, значит, песня «Иди и смотри» тоже хотел спеть сегодня. Ну, тоже относительно не старая. Я не помню, каким я попал в этот город, но я помню, каким я ушел. Там повсюду замки и глухие заборы, и за каждым бетонный мешок. В каждом здании банк, ресторан и аптека. Можно долго и весело жить. Я пришел в этот город, я искал человека, мне хотелось поговорить. Он стоял у метро в дурацком берете и глядел на утренний свет. Я еще не спросил, он уже мне ответил, но я с детства знал этот ответ. И я кричал, что схожу с ума от испуга и ношу свою пропасть внутри. И он кивнул, если хочешь быть моим другом, это просто иди и смотри. И я пошел за ним в ад, и он был мой Вергилий, круг за кругом показывал ад. О, я встречал стариков, которых забыли, и детей, на которых кричат. И я спросил его, что стряслось в этом мире, неужели осталось лишь зло? И он ответил так: понимаешь, милый, здесь не холодно и не тепло.
И я пошел за ним в рай, и я увидел влюбленных, удивленных, прекрасных людей. Там Ван Гог рисовал свой первый подсолнух, и апостол шел по воде. И я рыдал под родным весенним закатом, был закончен мой судорожный бой. И он сказал: если хочешь быть моим братом, забирай это небо с собой. Я не помню, каким я попал в этот город, но я помню, каким я ушел. Я швырял себя в ямы, подымался на горы, было плохо и хорошо. И пока я в пути буду помнить, как он, улыбаясь, кормил голубей и говорил: выбирай, ведь свой ад и свой рай ты пожизненно носишь в себе. Он говорил: выбирай, ведь свой ад и свой рай ты пожизненно носишь в себе. Спасибо большое. Ну вот. Вот мы и добрались почти до края. В воду реки не войти без отчаяния, в воду реки не войти без сомнения, в легкую лодку шагну. И отчалю я, и понесла меня жизнь по течению. Медленно, медленно плыл я вдоль берега, мимо дворов беспокойного города, мимо тревоги и мимо истерики. Плыл я туда, где все то, что мне дорого. Ночью и утром ветром попутным будет, что сбудется. Ливни и ветры, встречи, концерты, площади, улицы. Зная, в этом крае реки впадают в море огромной любви. Только плыви, просто плыви, дарай, 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 дай, дай, дарай, 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 дай, дай. Мерил маршрут и считал расстояния, не выходило чего бы не делал я. Видел в молочном тумане молчание, белое озеро, озеро белое. Плыл мимо ярко сияющей гавани, мимо пустынного двигался острова, чтобы в конце одиночного плавания встретиться взглядами с братьями, сестрами. Ночью и утром ветром попутным будет, что сбудется. Ливни и ветры, встречи, концерты, площади, улицы. Зная, в этом крае реки впадают в море огромной любви. Просто плыви, просто плыви, и ничего не бойся. Только плыви,
просто плыви. Спасибо. Самое гиблое место на свете есть у меня внутри. Там не кричат петухи на рассвете и не горят фонари. Там я шагаю под серым небом, сзади придет конвой. Делаю, делаю, делаю дело, веду себя на убой. Но слушай мой радостный крик, из самого гиблого места на свете я поздравляю тебя с тем, что жизнь не кончается смертью. С праздником, с праздником, с праздником. Самая страшная буря на свете рвет якоря во мне. Там перемешаны дождь и ветер, больше ничего нет. И пьяный кормчий рожи корчит, в трюме спит капитан. Но кто-то, гляди, по волнам шагает, может быть, это к нам. Но слушай мой радостный крик, из самого гиблого места на свете я поздравляю тебя с тем, что жизнь не кончается смертью. С праздником, с праздником, с праздником. Спасибо. И последняя песня. Я шагаю в твою тишину, оставляя себя на пороге, оставляя пустые тревоги, оставляя чужую вину. Мы сидим за накрытым столом, мы зажгли эти красные свечи, мы так рады сегодняшней встрече, мы сегодня просто живем. В тишине заветного дня ты уже не услышишь меня, ты уже не услышишь того, кто так долго хотел своего. В звонком воздухе ночи ночей, в теплом запахе куличей стало красным красным вино и распахнуто настежь окно. Спасибо большое.